Нижегородские совы в прямом эфире. Орнитологи установили камеру прямо в гнезде серой неясыти, неясыти в Стригинском бору. Для видеотрансляции создан специальный сайт, и все желающие, не только ученые, могут в прямом эфире наблюдать за жизнью птенцов и их родителей. Мы сейчас наблюдаем в прямом эфире гнездо серых неясыти, которые занесены в Красную книгу Нижегородской области. Пытаются найти какие-то остатки пищи. Вот, и ждут вечера, когда к ним прилетят родители, чтобы покормить. Питаются они мышевидными грызунами, как раз тренируют крылья. Ну, так как это совы, они ночные птицы, они активны в ночное время. И спят они на самом деле мало. Вот самка, наверное, вообще не спит. Она постоянно следит за гнездом, чтобы не приближались какие-то хищники, люди. Вот, например, длиннохвостая неясыть, родственница серой неясыть, это очень агрессивный вид. И она спокойно прогоняет от гнезда человека, ну, соответственно, нас, орнитологов. А самец находится тоже где-то неподалеку, он занят добыванием пропитания для неясыти. Ну, вот, собственно, сейчас мы находимся у гнездового ящика, в котором живут серые неясыти. С советом, конечно же, жарко. Они, считай, сидят в пуху уже, готовые к вылету. Через 2-3 дня они уже выпрыгнут из своего родного гнезда. Вот, собственно, как птенцы спят. Ну, так вот, как раз на животе, вытянув ноги назад. Мы ожидали, что будет интерес. На данный момент 64 700 просмотров. Ну, пока выехали, там 5 тысяч добавилось. Ну, совы как стали такие же мимишные, как и котики. Все хотят таких белых и пушистых. Там я уже читал комментарии, например. Я оторвался от работы, не могу начать работать, как залип в этом гнезде, в общем.